Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу самарцев накроет волна здоровья. Всероссийская оздоровительная акция пройдет на второй очереди набережной возле бассейна ЦСКА ВВС. Все желающие смогут бесплатно пройти экспресс-обследование в лавке здоровья, принять участие в конкурсе рисунков «Папа, мама, я, здоровая семья», проверить свои силы в квесте «Естественный отбор», поиграть в футбол и заняться фитнесом. А в конце фестиваля всех приглашают потанцевать. Начало работы площадок на набережной в 11:00. Будьте здоровы! В субботу 3 сентября Литературный музей приглашает всех желающих на вкусную программу «Яблочный день» – традиционный семейный праздник. С юными гостями будут играть в старинные уличные игры – городки, лапта, пустое место. Все эти забавы, знакомые многим бабушкам и дедушкам, вновь оживут на семейном празднике в «Яблочный день». А также вас ожидают мастер-классы по рукоделию, экскурсии, фотозона со старинными костюмами – создание мультиков и вкусные блюда из яблок. Начнется яблочный праздник в 16:00 по адресу улица Фрунзе, 155. Театральный сезон в Самаре стартовал пока лишь в одном театре – Самарская площадь. В субботу вашему вниманию представлена коми-трагедия «Не такой, как все». Красивая, состоятельная, молодая женщина ищет ни красивого, ни молодого, ни обеспеченного мужчину с вредными привычками, чтобы сделать его счастливым. Такое объявление дает героине спектакля, преуспевающая бизнес-леди. Сюжет закручивается невероятно и смешно порой, и грустно. Спешите увидеть начало спектакля в 18:00. В воскресенье 4 сентября в Струковском саду состоится первый музыкальный флешмоб. Около 70 самарских музыкантов, играющих на разных инструментах, вместе исполнят две популярные рок-композиции, а именно «Shut Your Mouth» группы Pain и «21 Guns» Green Day. Сбор музыкантов в 9 утра. Само действие начнется в 15:00. Не пропустите и вы настоящий сводный оркестр. Это будет по-роковому. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!